Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. Зараз говоримо про те, коли можливе примусове відчуження майна під час воєнного стану в Україні. Адже в нас вже майже півтори місяці, так? Півтори місяці триває війна. Сьогодні в наших гостях Олександр Носик, адвокат. Олександре, я вас вітаю. Ну що ж, я так розумію, тут є про що говорити. Коли можна забирати майно і чи є там якісь, да, прецеденти в Україні? Бо, наприклад, я, ну, частіше бачила, що якщо, наприклад, це автомобіль, то військові або купляють за гроші, або все ж збирають, ну, кошти на автомобіль. Так, добрый день. Спасибо, что пригласили. Очень приятно. Да, мы все здесь находимся, вся наша юридическая команда, все мы работаем, пытаемся помогать. Вот, в части там недвижимости, юридических консультаций, помощи. Мы сами стараемся это делать. Все наши клиенты тоже на месте. Сегодня очень интересная тема, которая волнует многих людей, могут ли у них что-то забрать принудительно и так далее. И с точки зрения закона, на сегодняшний день, по нашим тенденциям, как мы это видим, больше людей хотят наоборот что-то отдать. Большое количество машин хотят дать в пользование средств. И я думаю, вы сами это видите по тому, как, какие там собирают бюджеты ВСУ, волонтерские программы, коммунальные предприятия, фонды там по типу зооконтроля и так далее. Помощи очень много. Вот. На сегодняшний день даже нет, я не слышал о прецедентах, когда что-то у кого-то принудительно забрали, потому что просто в этом нет необходимости. Да, я уверен, что и не будет. Но с точки зрения закона, в военный период он, конечно, предполагает такие вещи. И есть специальная процедура, по которой можно принудительно отчуждать вещи на пользу государства, для, если они нужны для проведения там военных действий, либо для переселенцев, еще каких-то нужд, которые вооруженные силы Украины сочтут необходимым. Так вот, сразу хочу сказать, что есть четкий порядок. Безоплатно никогда нельзя забрать ничего. То есть даже у этой процедуры установлен порядок. Изъять на безоплатной основе можно только лишь государственные предприятия, какие-то, которые супер там стратегически нужны. Да? Вот. Касательно имущества обычных граждан, наверное, вот они там основная ваша аудитория, то порядок отчуждения. Стоит отметить, что даже прецедентов таких не было, и скорее всего их не будет. Какой порядок? ВСУ вместе с администрацией и так далее говорят, нам нужен вот этот объект. К примеру, мы здесь будем, к примеру, нужен ваш пикап, да, они его не могут просто так забрать. Они присылают специального оценщика, который говорит, вот его рыночная стоимость такая-то, переводят оплату этому человеку. Человек может не согласиться вот с этим, скажет, нет, я не хочу отдавать. Никто ему запретить это не может. Он может этот акт оценки там оспорить, вот еще что-то. После окончания даже там военных действий он всегда может забрать обратно. Ну, тогда ему нужно будет вернуть сумму откупной, по которой забрали. То есть даже в законе нет такого пункта, что у человека можно безоплатно что-то забрать. Вот мы живем в правовом государстве, где есть порядок определенный. Вот. Единственным исключением являются уже горячие точки, где проходят военные действия, сражения. Вот в таких случаях, когда уже нет времени на экспертов, нет времени на там другие бюрократические нюансы, возможно исключение. Но даже в этом случае человеку уже его имущество, как бы он его, я думаю, с радостью даст, если оно принесет какую-то пользу. Чтобы он остался дома,
семьей, был в безопасности и каким-то образом сделал свой вот такой даже финансовый вклад. Скажіть, будь ласка, тобто, я правильно розумію, до вас ніхто не звертався з такими проблемами, що щось у когось забрали? І ви такого прецедента не знаєте? Ви знаєте, таких прецедентів нет, і то, як я чувствую, їх і не буде. Тому що, скажімо так, у обычных граждан, ну що у них є? Жильё, у них є машина, як правило, там, ну вот там по нашим даним там, со штаба, обычные там даже джипы какие-то, они не нужны, нужны именно пикапы, они берутся в пользование добровольно или выкупаются у человека. И, там, грубо говоря, приносит пользу, угу. Там, потому что Днепр является тоже стратегической такой, стратегическим городом, областью, с которого идет очень много гуманитарной поддержки и так далее. Вот. И на самом деле после там обращения представителей там, нашей коммунальной власти, я лично знаю, что собрали очень много машин добровольно, очень много купили, и собственники сами, кому там какие-то средства были нужны, они там продали за небольшую плату с удовольствием. И сами на это откликнулись, и предоставили и захотели внести свою лепту, чтобы каким-то образом принять участие в сохранении безопасности у себя дома. Вот. И я бы так тоже с удовольствием сделал. Да, это по машинам. Есть и другие. Другой вариант. Яке майно взагалі можуть так забирати? Что это может быть? Автівка? Ну, что такое право собственности? Это право владения, пользование и распоряжение. Если мы говорим об авто, есть его два варианта использования. Первый, на добровольных началах в основном его отдают. Второе, ВСУ может его купить, волонтерская организация может приобрести данный автомобиль. И так чаще всего и происходит. У нас нет прецедентов по принудительному изъятию имущества у граждан. Да, есть какие-то объекты суперстратегической важности, там, связанные там, с топливом, с энергетикой. Вот там по согласованию может что-то происходить. То, что связано с обычными гражданами, ну, есть у меня помещения, там, какие-то торговые, да, и я не веду сейчас, не продаю этот товар на паузе. Я с удовольствием там, отдам его там, в безоплатное управление там, волонтерской помощи. И так далее. То есть в основном это право не собственности передают, а право временного пользования. И да, на бумаге у нас есть порядок, по которому есть такой принудительный способ изъятия имущества, отчуждения. Вот. Но по факту таких прецедентов, связанных с гражданами, нет. Потому что такие вещи в избытке. Ну, я впевнена і все ж сподіваюся, що таких прецедентів і не буде. Однак, давайте все ж уявімо, наприклад, там в когось забрали майно, це не комунальне майно, а, наприклад, там автівка. Якщо людина там проти віддавати, яка там процедура? Під час воєнного часу же ж у нас суди не працюють. Да. Нет, суды отлично работают, ага, да, они просто в первую очередь рассматривают дела, которые связаны с тем, что сейчас происходит, вот, и уже второстепенно рассматривают другие дела, и только вот вчера было разъяснение, по которым судьи не могут привлекать к ответственности за то, что они откладывают дела какие-то другие, да. Так, давайте вернемся к нашему разговору. Вот обычный человек переживает, что у него там что-то, жилье, да, депозит в банке, либо машину могут забрать. И, в принципе, мы говорим, что де-факто такого даже нет. То есть у нас больше людей, которые хотят помогать. Мы видим это с вами. Но, допустим, юридический сценарий, о котором они должны помнить, чтобы ни в коем случае не переживать, это то, что просто так забрать что-то нельзя, это противоречит закону,
Вот, это во-первых. Во-вторых, если что-то понадобится очень срочно, с человеком такое согласуют, вызывают оценщика, этого им там, возьмем машину, которая там супер нужна, там, супер какой-то бронированный внедорожник, говорят, нам нужна помощь, и он там обусловленную плату ему будут обязаны компенсировать, это предусмотрено законом. Для этого независимый оценщик приходит и оценивает этот автомобиль. После этого всего человек, если даже он вдруг не согласен с этим, он может эту оценку всегда оспорить в суде, суды работают, а после окончания этих действий может вернуть эти средства, которые ему предоставили по оценке этого имущества, и забрать обратно то, что он передал. В принципе, это касательно автомобилей. Касательно недвижимости, для переселенца у нас есть особый правовой режим, и для пунктов помощи, ну, мне неизвестен ни один, грубо говоря, такой случай, где бы что-то изымали у граждан, но если допустить, что такое есть, то у нас все это на безоплатной основе. Но закон говорит о том, что если принудительно, то мы еще будем доплачивать вам аренду. Вот так. Ну, то есть это даже более интересные условия, чем те, на которые люди идут сейчас. И, наверное, смысл в том, нам с вами, чтобы сами люди не беспокоились, что их, тем более депозиты, имущество, оно все обладает, оно все их. Никто просто так не заберет. Самое страшное, что может случиться, вот, это просто то, что это может обесцениться. И вот люди из-за того, чтобы оно не обесценилось, и они хотят сохранять вот свой дом в том направлении, в котором оно было все до этого, все экономически росло, они будут помогать и передавать, мне кажется, все на безоплатную основу. Ну, это вот мое мнение, и юридически я тоже думаю, объяснил о самом порядке, который у нас скорее изложен на бумаге, он тоже многим, кто посмотрит, волнение их отбросит в некотором роде. Ну, справді так, це дуже вражає, і я дуже горда, що наші українці не жадібні і готові, аби один одного врятувати, віддавати все, що можна, просто безкоштовно. Так, власне, і відбувається. Олександре, наостанок, така маленька мотиваційна промова, чого б хотілося вам побажати або до кого звернутися? Спасибо за приглашення. Я от нахожусь в Дніпрі, із наших 10 сотрудников, адвокатов, которые, часть коллектива большая, женская, все на месте. Некоторые ребята, кто прошел службу в армии, ушли в ВСУ, там, в частности, менеджер у нас на продажах там, Лоренж называется адвокатское объединение. Вот, мы стараемся всеми силами поддерживать, где можем, информационно, финансово. Вот, занимаемся переселенцами, и там какая-то, у кого недвижимость есть, с удовольствием ее отдаем в аренду. Общаемся со всеми, прекрасные люди, вот с Харькова приезжаю, лично с ними познакомился. Я дякую вам, що сьогодні до нас завітали. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Олександр Носик, адвокат. Говорили про те, коли можливе примусове відчуження майна під час воєнного стану в Україні. Я вам дякую за увагу. Телеканал «Відкритий». Залишайтеся з нами.